Всем привет! Продолжаем мы проходить игру Амнезуя. Так, я вот пару дней сделал перерыв и уже забыл, как играть. А, вот, все, вот он бегать может. Просил я в прошлой серии, чтобы вы написали, где лаборатория. Но у нас мало пряморуких людей, поэтому ответа я не получил. Ну что ж, let's go искать. Будем шариться, искать, шариться, шариться, искать. Нам нужна лаборатория. Так, что у нас здесь есть? Ага, 4 плюшки, огня у нас нет вообще. Каталоги. Так, куда же нам идти-то? Редкие книги. Хо-хо-хо, надо вспомнить. Давайте сюда зайдем. А, она просто открывается, да? Ага, тут мы уже были. Так, все, чекаем. Шпили-вили. Кабинет. Что-то мы все время не там ходим. Да, 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 лаборатория. Вот написали бы вы, вот все было гораздо быстрее. Наверное, все-таки надо идти в холл, правильно я понимаю? Нет, там нету, мы там были. Пошлите в холл тогда, что же делать? Так-то я ж почти всю игру прошел, осталось найти там обосранную лабораторию. Поставить тут... Грузи. О, да. Так, смотрим. Ему сейчас темно, да? Ну, let's go, let's go, let's go. Что у нас здесь есть? Сейчас пройдемся. Сначала поверху прочекаем, потом понизу. Вот вон там я еще был, вон там, по-моему, другое. Так, подождите. Винный погреб, но это не лаборатория. Ну-ка, а здесь. Ха-ха, красавчик. Как же я умен. Мы взяли банки, сейчас, скорее всего, обновится локация. Здесь будут всякие пугалки. А, так это и есть лаборатория, что ли? Та самая шляпа. Приближается кто-то опять. О, я прям сразу нашел даже. Так, тихо, что-то он дрожит. Это типа он сыт, что ли, или чё? Непонятно. А почему все дрожит? Это головная боль. Ладно, хоть сейчас срать. Не знаю, почему именно вот этого стола нужно дрожать. Так. Ну, подождите, флешка. О, у меня факел есть, ладно. Так, ну-ка, подождите, и чё, и как? Во. Так, на Ешку. А, подожди, надо два раза, по-моему, нажимать. Тут порядок вообще все равно, да, я понимаю. Давай, тварь. На-на-на-на-на-на-на. Ну и чё? Так, зажечь огонь. Здесь. Хорошо, все, зажгли мы огонь. А, теперь эту фигню крутить, да? Вау! 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 Я правильно все делаю, да, надеюсь? А, вот. Фига у меня пукан пучит. Под устройством нужно установить емкость, а у меня была емкость. Так. В смысле, все заново, что ли? Подождите, не понял.
чё? Блин, ну давай, чё надо? Так, это он не крутит. Установил я емкость. Непонятно. Как он вообще крутит? Подождите, непонятно, как он крутит. Так. Во. Это опять то же самое, да? Во. Странно. О. Что опять он будет дергаться? Ненормально. И чё, всё? А, это чтобы ту дверь открыть, да? И чё дальше? Всё, нам уже нужно выйти. Там будет у нас дверь. Которая ещё была в слизи. Та-та-та-ра-та-ра-та. А, у нас же это говно есть, точно. Так, внизу нам делать сейчас нефиг, по идее. А, типа сломался мост? Странно. И что делать? Это я уже, по-моему, проверял, да? Да-да-да, бла-бла-бла-бла. Ну-ка еще раз быстрее проверить, пока у нас есть светильник. Так, ну пить ее точно смысла, я думаю, нету. Помогите. Во, вы можете использовать предмет, чтобы добраться до говна. О, что вообще изи, вот это физика. Ну что, let's go. Так, я чувствую, мы все ближе и ближе. Скоро мы найдем истину. О, да, 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 красное говнище. Нет, не та дверь. Где-то она должна быть где-то здесь сбоку. Кстати, я вспомню, где эта дверь. Нет, там выход. Во! Надеюсь, это она, да? Или мне надо будет каждый раз делать? Камера переработки. О-о-о! Сейчас я буду зомби, да? Да, мрази, давайте, давайте, пугайте меня, пугайте. Темновато здесь. Да, и на то есть причина. Нормально. Но ты уже можешь зажечь фонарь, если хочешь. А что за причина? Почему темно? Держись поближе, не отходи в сторону. В чем причина? Зачем тут такая темень? Будь внимателен, Даниэль. Иди прямо и не делай ни шага в сторону. Все? Типа это была подсказка, да? Иди прямо и делай шаг в сторону. Ну, let's go прямо. Сейчас будут пугалки, да? Дайте угадаю. Давай, 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 давай. Да, да, да. Вот, он говорит, говорят, враг рядом.
Так, подождите, а мне же темно сейчас. То есть, получается, мне и темно, и я должен ползти, и я не должен на них смотреть. Нифига себе. Ну где ты, чмо? Какие-то какашки лежат. Да, бла-бла-бла. Бла-бла-бла-бла. Этот вкус и аромат. Дамасская роза. Наверное, было фигню закрыть, по идее, попробовать. Чтобы я уже здесь не крался. Сейчас открываю дверь настойка опиума нахожу нормально. 22 июля 1800 сегодня. Так, тихо. И чё? Дверь сама по себе открывается? Так я не помню, я их могу видеть или нет? Смотрите, вы сейчас обостретесь, сразу говорю. Так, стоп, подождите, во-первых, у меня рассудок. У меня рассудок, помогите. Let's go. Идем в самое пекло. Страшно. Так, подождите. Как же нам все сделать-то, а? Скоро кончится масса. О, светильник, ништяк. Во. Интересно, они не боятся идти на огонь? То есть, если я зажег огонь, они могут здесь ходить? Давайте сейчас рассудок наш восстановим, он вообще сильно уже упал. Странно. О, укрепляет здоровье и исцеляет раны. А, у нас с здоровьем все нормально, мелкие порезы, ясно все. Давай, вылетай. 25-е чайник. Опа, я слышу шум. А, дверь закрывается. Кстати, мы сейчас сдохнем, смотрите, все. Мы сейчас сдохнем. Ну, рассудок. Блин, а что я сделаю-то? О, как камера-то пучит. Типа сыт, что ли? Что будет, смотрите. Приготовьтесь. Чувствует мой пукан. Но я не могу убирать свет в любом случае. Сейчас я повернусь и смотрите. Ну... Так. Я, по-моему, отсюда пришел, да? Ничего не понятно, подождите. Я, по-моему, отсюда пришел. Хотя... Да, наверное, отсюда.
и что делать? Мы уже все обшарили. Лучше быстрее это открывать. Секреты. А, экран конченый. Блюрей, блюрей! Я не знаю, что делать, короче. Непонятно, дверь закрыта, да? Че за говно бегать не по экрану? Здесь я уже был, я понимаю. Это нормально, что они по экрану не бегают? Твари тупые. Так, ну стоп, ну чё, я уже не знаю, что здесь делать, мы здесь всё обошли. Давайте подумаем. Так, это запись была, да? А, точно, здесь же задание есть. Вот они, вот, понимаете? Вот, дверь, ведущая в заднюю комнату, заблокирована. Здесь другой проход. Знаешь, там нужно где-то эту дверь обходить, вокруг искать. Давай, братья, пошли, чё ж делать? Это же полный. Хотя будем ползать, ладно. Сразу говорю, здесь могут в любой момент кто-нибудь вылезти. Блин, опять ушел куда-то. Любой момент, так что будьте наготове. Блин. Нет, рассудок, конечно, не регенится. Я, получается, вообще заблудился, тупо заблудился. Вот она, да? Так, подождите, он нормально стоит? Так, ну и что нам делать, собственно говоря? Что же нам делать? Получается, нет у нас костра, нету фонаря, ничего нету. Я вообще костер бы разжег, да и все. Жалко, нельзя свечку взять, ну что за бред? Твари, где вы выходите? Там у нас дверь, да? Чтобы ее открыть, наверное, типа нужно или обойти, или сломать стенку. Вообще ничего нету. Вообще ничего нету. Ну где свечки какие-нибудь? Хоть одна свечка была бы. Только одна попадалась и все. Блин. Во, видите, все началось. А уже хуже этого рассудка, по-моему, нету.
Кстати, мне, по-моему, писали, что он не может умереть от рассудка. Или он даже восстанавливается, подождите. Вроде лучше стал. Так, как же нам сделать? Давайте попробуем умереть от рассудка. По-моему, сказали, что... Ах ты тварь гнойная. Ах ты псина. Да-да-да-да-да, пукан бомбиту, сеньорито. Опять рассудок. Нет, не за него. Все, нашли проход. Вау! Нифига себе, я все это маслом заполнил. Вау! Ааа, за что? Давайте выпьем скуму. Буль-буль-буль-буль, мелкие порезы. Наркоту. Тупая тварь, а? Тупая тварь! Офигеть, полностью маслом заполнила меня. Это та дверь, да. Так, подождите еще раз. Застряла. Сначала мы сейчас все исследуем. Так, а почему? Что за бред? А, во-во-во. Тупицу подобрали. Почему не могу? А, блин. Я хотел лампой поджечь. Не, лампой не получится, конечно. Ну ладно, одну тупицу истратили. Так, подождите, не зря же здесь лежало много тупиц. Наверное, что-то нужно поджечь. И что тебе мешает, говно? А, вот это шляпа, что ли? Ах ты пёс, ненавижу. Блин, мне по лбу дали за это теперь. Давай, крути педали. Чё, всё? Подобрал. Так, здесь мы всё собрали. Уходим отсюда. Уходим. Ах ты чмо, а? Псина, ну ладно, я пока живой. Да нахрен иди, так подожди, че он орёт? А, типа наоборот, у меня лучше стал рассудок? Хотя... Подвальные архивы? Интересно, вообще само название амнезия, да? То есть, амнезия, что такое амнезия? Это потеря памяти? То есть, в принципе, на этом вся игра и строится. Господи Иисусе, куда я делся-то? Хрена меня пробило. Что-то ничего не понял. Тактика. И чё? А что я должен сделать? Подождите, извиняюсь. Держите подальше от воды. Все ясно. Мы первый раз сдохли, кстати. Поздравляю. Подальше от воды. То есть это где? Я должен держаться. И что это за псина? Так я даже ее не увижу. Уматно. Сейчас вода уйдет, да? Уматная работа разработчиков. Сделали невидимых юнитов. Я не понял, что происходит. Так, ну допустим, я должен отсюда уйти, да? Так, и чего догонит меня? Чему это?
А, ну для этого, да, и сделали эти тупая фигню. Ящики понаставили. Ты чё, пёс? Ну ты псина, да. Ну-ка, пёрни, да, я тебя засеку. Пёрни, чмо. О. Опиум, это у нас хилка получается. Все в порядке. У нас, блин, скоро кончится, надо быстрее юзать. Да, тогда можно здесь убрать, подумать. И включить, все, я подумал. Ну ладно, чмо. Блин, ах ты псина. Я хотел пробежать. Да пошло нахрен. Да, 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 идиоты тупые, там везде вода. Давайте, гол. Не, мы уже нормально, далеко прошли. Это я что? А, то есть я погиб, она осталась там, получается, да? Сейчас на маленькую залезть. Офигеть, а почему никого не вижу? Что за бред вообще, реально? Ууу, паркур. Это, наверное, эта дверь открывалась, да? Дайте угадаю. Давай, братюня, беги! Беги, я так удачно попал в прошлый раз. А, нет, неудачно. Так, опять туда же попал. Стоп, а где рычаг-то был? Рычаг. Наверное, была первая комната, вот это вот, да? Давайте угадаем. Вон он. Опа. И дверь получается по прямой налево. И там дальше по прямой чуть правее. Ой, по прямой направо и потом чуть левее наоборот. Прямо, направо, чуть левее. Братюня, беги! Арабская ночь! Ооо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 о
Блин! Живи! Пройти не живи. О, она, наверное, внимание отличает, как я понимаю. Да. А, ясно, подождите. То есть я должен сделать следующее. Я должен взять эту плюшку. У меня очень мало говна. На, псина. Псина. Давай, крути педали, братюня. Один удар, и все, мы труп. Я кручу, верчу. Ох ты, нифига мне ж. А-а-а. А-а-а, помогите. Тварь тупая, а? Ну ты нечестно, блин, ну. Ах, какие вы умные! Я уже додумался до мертвой плоти, идиоты тупые. Так. Капец, так у меня еще эта фигня заканчивается. А, мне надо, по идее, прямо бежать. Я сейчас бегу вот сюда вот. Стоп. Я не должен подыхать. Чуваки, подождите. Потом я делаю вот так. Скоро у меня кончится, кстати, эта фигня. Ну вот, давай, братюня, давай. Я кручу как могу. Да господи Иисусе! Да, старая ошибка опять. Ничего не вижу. Ну ладно, сейчас мы пройдем это место, а вот вопрос будет, как что делать с светом-то? Вася!
Жалко, что не заряжается это говно, вообще маразм. Тварь тупая. Ну, let's go. Они сейчас спереди побегут. Стоп! Так я сейчас же сдохнуть могу из рассудка, ёлки-палки. Давай, давай. Быстрее, 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 темно. Так, 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 бежим. Свет, нам нужен свет, да? Без ключа? Какой в жопу ключ? У меня света нет. Да вы о чем? Охренеть, я вообще ничего не вижу. Да пошел нахрен, тварь. Блин, я вообще... А, для этого игла нужна, наверное, чтобы открыть. Ну, блин, хотя бы что-нибудь одну зажечь. Пускай меня сейчас убивает, короче. А что я еще сделаю? Я ничего сейчас не сделаю. Почему ни одного фонарика обоссанного? Моя жопа! За что? Больно, да? Или живой? Мне кажется, легче сдохнуть уже. Ни хрена не видно. Надо было яркость настраивать миллионы раз больше. Зачем вначале спрашивали там, видишь ты кубик, не видишь кубик там? Все равно ничего не видно вообще. Ох, подождите. Давай яркость. Во! Во! Другое дело. Идиоты, а. Тупые разработчики. А, теперь мне достаточно фигню. Если меня убьют, да? Я пробовал сделать вот так. Вот так. Да, догадался. Ну что ж, вроде мы вышли. Поздравляю. Фух, активно, активно у нас идет игра. Всякие мутанты невидимые. Иголочка. О, опять. Так, подождите. Давай, братюня. Как хорошо теперь видно-то, вы посмотрите. Чудеса на вираже. Это типа за мной такая большая куча бежит, да? И они здесь не пройдут. А, они могут пройти здесь, подождите. Давай, братюня. Они могут, наверное, пройти, они будут просто ломать. Как топ тогда падает опять? Говна кусок. Не смотрите, в здравом уме бла-бла-бла. Бла-бла-бла-бла. Какая красота. Ну что ж, господа, дамы и господа, давайте мы немножечко вернем. Яркость вообще зарешала. Вот. А там было сказано, настройте яркость, чтобы не было видно правый кубик. Ага, ясно, окей. Вот так должна быть яркость, по идее, быть. Ну все. Хороший выпуск, я считаю. Активный, мы увидели мутантов. Побегали, да? В принципе, я даже ни разу не усрался. Мои трусы сухие. Ни капли вообще новой нету. Мои нервы все в здравом уме. Я адвокат. Ой, адекват. Ну, давайте закончим, наверное, в этом месте. Хорошее место, вы видите, да? Следующий выпуск, я думаю, будет интересный. Что же нас ждет, впереди ждет, да?
Вон свастика висит. Ладно, я шучу, похоже. Ну что, спасибо за просмотр. Пишите комментарии, понравилось, не понравилось. Нужно ли снимать дальше или нет. Кстати, эту серию я снял только потому, что несколько людей написали в комментариях «Сними амнезию». Только благодаря вот вам, кто написал это, я снял эту серию. Потому что я бы не снимал, я бы какие-нибудь другие видосы снимал. Поэтому, если вы хотите продолжение этой игры и хорроров, пишите комментарии, пишите. Мне нужен стимул. Все, всем спасибо за просмотр, всем удачного дня, всем пока.